вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор от компании KingFSTD. Это KingFSTD KSD-082. Состоит набор из 82 предметов. Набор является любительским. Применяется для обслуживания и ремонта собственного автомобиля в гараже. Поставляется в бумажной упаковке. Вот такая упаковка идет сверху кейса. Что указывает производитель? Здесь у нас комплектация набора. Стандарты, которым он соответствует, на упаковке указывают Professional Tools, но здесь немножечко, конечно, схитрили, потому что набор является более любительским, профессиональным его не назовешь. Далее, ну, в принципе, тут все такое. Набор, кстати, изготавливается в Тайване. Это не китайский, это тайваньский набор, но качество любительское. По комплектации. Комплектация стандартная для 82 набора на 82 предмета. То есть везде одинаковая комплектация. Также и KingFSTD, здесь 82 предмета. Комплектация такая, как и в других наборах, других производителей. В наборе 2 трещотки. Кстати, хотелось бы отметить, что трещотки производитель дает 1 год гарантии. То есть и замена брака, или вдруг она поломается. Здесь трещотки хорошего качества. То есть без люфтов, то есть все очень хорошо подогнано. Ну и отзывы также людей, которые покупали наборы, хорошие по трещоткам. Ну и то, что производитель дает гарантию 1 год на трещотки, это уже также плюс для наборов данной ценовой категории. Длина трещотки 260 мм, рукоятка комбинированная, резинопластик. Пластик это черный цвет, резиновые вставки резиновые зеленого цвета по бокам идут. Надпись KingFSTD на рукоятке и на металле также KingFSTD CRV. Ну, это хром-ванадиевая сталь, материал изготовления. Трещотки разборные. Можете разобрать, смазать, обслужить или заменить внутренний сам механизм. Трещотка под квадрат 1,4. Также идет на 24 зуба. Это силовые трещотки. Длина ее 150 мм. Рукоятка комбинированная, резина и пластик. Также надпись KingFSTD. Имеет реверс и быстрый сброс. Рукоятка отверточная. Она применяется с битами и применяется с головками под квадрат 1,4. Биты впрессованные в головку. Вот они уже сразу одеваются без переходника. Биты здесь у нас крестовые. Есть торкс-биты, есть шестигранные и шлицевые. Рукоятка здесь полностью из пластика. Имеется подсоединительный квадрат для трещотки или под удлинитель. Также можно Т-образный вороток подсоединить. Так, удлинители. Под квадрат 1,4 у нас 3 удлинителя в комплекте. Один удлинитель 50 мм, другой 100 и 150 мм гибкий удлинитель для труднодоступных мест. Так, два удлинителя под квадрат 1,2. Один также применяется как Т-образный вороток. То есть удлинитель 250 мм служит и удлинителем, и также вот такой переходник. Это получается Т-образный вороток для того, чтобы срывать гайки или затягивать. Но ни в коем случае они трещотки. И удлинитель 125 мм также под квадрат 1,2. Так, Т-образный вороток под квадрат 1,4. Также есть карданы. В наборе идет два кардана под квадрат 1,2 и под квадрат 1,4. Карданы скреплены металлическими вставками. Ну, набор является любительским, поэтому здесь, соответственно, на чем-то и сэкономили. Две свечные головки имеют внутри резиновые вставки для того, чтобы свеча не выпадала при откручивании. Головки на 16 мм одна. И вторая на 21 мм. Так, биты под квадрат 1,2. Шлицевые, есть шестигранные биты, есть торкс и крестовые. Они применяются переходником. Вот, биту ставили, подключаете трещотку.
или можете использовать вороток. Так, головки. В наборе шестигранный профиль, коротких головок шестигранных здесь 25 штук. Самый маленький размер 4 мм и самая большая головка на 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 198 грамм. Надпись на головке хром ванадий, материал изготовления 32 мм. Весь инструмент в наборе идет матового цвета, такое покрытие защитное матового цвета, не глянцевый. Длинных головок и головок торкс в наборе нет, так как это комплектация на 82 предмета. В данной комплектации эти головки не предусмотрены. Есть переходник подбитый еще, вот такой, но он применяется с битами, если у вас есть отдельный комплект бит. С этой вот рукояткой. Или с трещоткой. Набор ключей. В наборе 9 ключей комбинированных. Самый маленький размер 8 мм. Ключи самые обычные. Надпись King STD. 8 мм. И хром ванадий. Материал изготовления. Самый маленький размер 8 мм. Самый большой ключ на 22. По комплектации все. Что еще хотел сказать? Отзывы в этом наборе положительные. Так как он любительский, в основном его применяют для обслуживания и ремонта собственного автомобиля. Но если кто хочет попробовать на СТО, можно попробовать и написать отзывы потом под этим видео. Но здесь сталь хромованадевая, то есть поэтому я думаю, что нагрузки он выдержит. По кейсу. Кейс он состоит из двух частей, скреплен пластиковыми зависами и внутри имеет металлические штыри. Плюс данного набора металлические защелки. Они широкие, надпись King STD Auto Tools. Как сидит инструмент в верхней крышке. То есть хорошо защелкивается, вот я удлинитель вытягиваю. Но ключи нужно доводить до конца, чтобы они не выпадали. До щелчка. Так, в принципе, все держится. До конца не довел. Защелкивайте до упора, чтобы не выпадал инструмент из верхней крышки. Переходник, удлинитель очень хорошо защелкивается, но ключи нужно доводить до конца. По габаритам кейса. Кейс здесь компактный, вес его набор составляет 5,8 кг. Ширина кейса 37, длина 29, высота 8,5 см. Запирание на металлические защелки. Запирается очень плавно, то есть усилий прилагать никаких не нужно. По вот этим вот накладкам, очень часто вопросы задают, они из пластика. То есть это не металл, это декоративные накладки из пластика. Также есть такой вот интересный рисунок на верхней крышке и надпись King STD Auto Tools. По жесткости пластика здесь набор пластик мягкий. Он пружинит при нажатии, но он не жесткий. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Если это видео кому-то помогло с выбором инструмента, ставьте лайк. Если у кого-то был опыт использования, ставьте, пожалуйста, комментарий. Спасибо.